что вы такое? На бал с Брэдом. Прикинь, пойти на бал без пары. Ха, типа такой. Я не заслуживаю счастья. Пространство для очень тревожных механизмов не покрывается неопциональной семейной службой поддержки. Ну прости, что размякла на целых 5 секунд. От тебя не дождешься поддержки. Хочешь помочь? Держись подальше. Я иду к Энн. А что это такое? Выпускное платье размера S. Тебе запрещено общаться с теми дронами-убийцами. А? Не волнуйся, я попросил твоего учителя найти одноклассников, с которыми ты пойдешь. Эй, чудила, к популярности готова? И я тоже там буду. Да, я хочу выглядеть модно. Но нет! Ты поэтому заставила их искать. Нам нельзя контактировать с рабочими, Ви. Мы слишком опасны. В этом и суть. Придем туда модненькими, фиолетовая лохушка нас впустит, ведь у нее нет друзей. Убьем там всех и оторвем ей головушку. Ты мне там не для резни нужна, Ви! Жень стала жуткой голограммой змеи, а мы, может, росли в доме с призраками! Тебя не пугает, что мы не знаем, кто мы такие? Обещай, что вы с фиолетовой перестанете лезть куда не нужно. Если ты меня освободишь, обещаю, мы будем убивать только для того, чтобы выжить. Лишь ты и я, Энн. Ах, ты вообще тут убираешься? I put a sheet up. They are sleeping. Что ж, спасибо, что пригласили. Но раз папа думает, что я тут, я могу и... А ты забавная. Забавная ведь? Готовься уже. Ты будешь выглядеть очень мило. И смело. Bathroom is down the hall to the left. Ви, если ты что-то скрываешь, то давай разберемся вместе. Пускай у нас только кусочки пазла. Прошу, ты ведь знаешь. Так будет лучше. Можешь меня ненавидеть. Полегче, робо-сатана. Это зеркало не трогай. Отвечаю, никто и не заметит, что она пропала. Просто делай, что говорят, и я оставлю его в покое. До встречи. Какого хи...
это, нет времени! Стильный Энн! As they like to say in America. Oops, I should have predicted that someone could try to escape out of ventilation shaft using discarded mirrors as stairs. Anne? Узи? Почему? Как? Кажется, там беда. Могу помочь. Но тебе, наверное, я противен. Нет, мне пригодилась бы твоя помощь. Если будешь рядом. Стильный дуэт. Вот так, внимание, ботаны! Мы не планировали так торопиться, но раз все жюри таинственным образом исчезло, королева автоматически становится... Она... Нам всем конец! Полегче, моралисты. Ви мой друг. Она типа завязала с убийствами. Да все пучком. Ага. Ты лучшая подруга. Как щеночек послушная. Королева Бала? Ио. Что ж, не будем таить обид. Иначе я скажу папе завалить вас всех на экзаменах. И ты от нас пересядешь, Ребекка. Ладно, я прощаю ее, господи. Ну, она выглядит довольна и будет. Без проблем. Поживее, неудачники! У тебя такое миленькое платье. Я... Только не доверю. Придется убить всех после. Это нечеславно, а очень даже удобно. Отпусти их, ты хитрая. Ничего не понимаю. Хотя ты знаешь, ты симпатичнее куколки. Беги, дура! Anyway, you get it. Что, блин, она делает? Я совсем не такое ожидал. Думаю, нам нужно... Узи, you would really side with the murder drones?
I'm not the only who's lost family to them. Отвали! Тот, кто это начал, желает нашей битвы. Пускай у меня все валится из рук, но мне надоело решать все в одиночку. Мы идем дальше либо вместе, либо никак. Cute. But I don't need your help. Выглядишь как мусор. Ты предательница. Сама ведь утаила то, что пытаешься нас всех убить, мисс Невинность. И куда это вставляется? Спасибо, Лиззи. Заткнись, неудачник. Серьезно, не делай так больше. Узи. А, все, твоя Она в порядке. Слегка помялась. Ви что-то скрывает. Еще специально все драматизирует. Эй, захлопнись. Ты. Тебе повезло, что мы не закончили. Блеск. Не позорься. Зачем рабочему дрону? Она их ела? Вот и ее родители. Да, они на вкус так себе. Ви, ты ненормальная. Ага, у меня не все дома. Just in time for dinner. Ха-ха-ха!
for you. If I find what I'm looking for, I help you too. Что? I'm sorry. Стой! Даже не думай! Оу, вот и моя причина, по которой я сейчас на улице. С работы. Да, Джей? Потех обслуживанию.